к сожалению, подходит к концу 15-й юбилейный конгресс, который проходил в Москва-Сити. Оба дня были очень интересными, были насыщенные доклады, очень много различных аспектов было рассмотрено, касающихся и хирургической стоматологии, и ортопедической, даже были затронуты аспекты лор, проблем, связанные с синуситами, с осложнениями при данных заболеваниях. Всегда эти доклады представляют огромный интерес, никогда они не повторяются, всегда это что-то новое, и мы, конечно, ждем следующих конгрессов с нетерпением.